Добрый вечер, дорогие наши гости, любимые. Мы очень рады видеть вас всех в этом замечательном месте, в котором мы вот так уж получилось с этим составом не так часто, но очень любим играть и выступать. На сцене трио в составе Петр Ившин барабаны, Алексей Заболокин бас и Дмитрий Лугин. Спасибо. Мы сыграли первую композицию, которая называлась «Лиза». И сейчас мы хотим сыграть пьесу, которую еще никогда не играли вот этим составом, хотя она была написана достаточно давно. Она носит очень такое киношное название, и называется она «Солярис».
Спасибо. Мы хотим сейчас сыграть две пьесы вместе, одна из которых была еще давно записана на пластинке проекта Vision of Sound. Она называется Spring Song, весенняя песня. Мы решили сыграть дуэтом с Лешей вдвоем. А перейдет она в композицию, записанную на пластинке нашего трио «Никитский бульвар», который, кстати, здесь продается. Пьеса, которая называется «Танец звезд». Thank you.
Большое спасибо. Мы хотим сыграть еще одну пьесу в этом отделении. Это композиция, которую я совсем недавно написал. Она называется «Отражение». Thank you.
Алексей Заволокин, бас. Петр Ильин, барабаны. Дмитрий Лугин. Спасибо, друзья, большое. Мы сделаем сейчас небольшой перерыв и к вам вернемся. У нас будет прекрасные гости во втором отделении, так что мы скоро сюда вернемся. Спасибо. Дорогие наши гости, мы продолжаем наш концерт. Сейчас я вам хочу представить замечательную певицу. Мы исполним с ней буквально несколько композиций. Это наш такой экспериментальный раздел с этнической музыкой. И вот мы сейчас пробуем разные стили и направления именно в формате нашего трио. Может быть, это даже во что-то выльется, может быть, какой-то альбом получится. Ну, в общем, мы начинаем что-то экспериментировать с музыкантами из совсем других направлений и стилей и подключать вот формат нашего состава. Ну, пока у нас сейчас будет больше дуэтная композиция,
а потом уже подключатся к нам ребята. Я хочу представить вам замечательную певицу Илона Красавцева. Добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас будет немножко этники славянской. Русские народные песни и одна украинская авторская песня. Но она написана тоже в народном стиле. А первую песню, которую я хочу вам предложить, это русская народная лирическая свадебная песня «Реченька». И один вопрос, который я хочу задать, риторический, он не требует ответа. Почему русские народные свадебные песни такие грустные? Тихо,
итальянская песня Игоря Кохода на стихи Илья Рябчинского. Она называется «Чаринная скрипка». Но она так популярна у нас, что это уже почти что русская народная песня. Я уверена, что вы ее узнаете. Сила в Oh,
Спасибо большое, Илона Красавцева. Наш концерт музыкой не нашего сочинения, но тоже достаточно известного композитора. Я думаю, что вы должны узнать эту пьесу. Вот сегодня мы ее решили сыграть вот в такой версии. Thank you.
Спасибо. Хочу раскрыть маленький секрет, что у меня есть мысль сделать целую программу посвящения Стингу именно вот этим составом. Я думаю, что скоро мы это осуществим. Ну а сейчас мы хотим сыграть уже нашу музыку, пьеса, которая называется «Элегия». Thank you.
Спасибо. И в заключении уже концерта мы хотим сыграть тоже одну из новых пьес. Она называется «Аура».
Thank you.
Петр Ишин, Алексей Заволокин, Дмитрий Лубкин. Thank you.
Спасибо, дорогие друзья. Нам было очень приятно играть для вас. Мы ждем вас на наших следующих концертах. В сентябре, я обещаю, они будут в составе трио. Заходите ко мне на сайт ilugdin.com. Я буду стараться анонсировать обо всех событиях. Спасибо, нам было очень приятно. Мы рады видеть вас здесь. Петр Рыбшин и Сейзер Волокин, Дмитрий Ильин.